Ну, поздравляю с победой, спасибо. И твой комментарий. Спасибо большое. Ну, хорошая игра в нашем исполнении. Тренерский штаб нас здорово подготовил к этой игре. У нас хорошо получается игра с последней игры. С Брестом у нас было такое невезение чуть. Мы создавали тоже очень много моментов, как в сегодняшней игре. Контролировали ход игры, но мяч каким-то образом, чудом не залетал в ворота. Сегодня полностью переиграли соперника и заслуженно выиграли. У Уисла еще довольно неплохая серия была. Было ли это дополнительной мотивацией для вас? Ну, нет, но Уисла очень хорошая команда, неважно, какая у них серия. Мы на это не обращали внимания. Мы готовились к хорошему сопернику, который показывает хороший футбол. Поэтому не обращали внимания, готовились к хорошему, ну, грубо, как я уже сказал, сопернику. И поэтому не обращали внимания на их серию. И дай бог, что, ну, хорошо, что так получилось, что мы выиграли сегодня. Гол в концовке первого тайма, как он сказался, на психологии команды? Ну да, неприятно пропускать под конец, тем более, я считаю, гол пришел ниоткуда. Мы хорошо играли первый тайм, контролировали полностью ход игры, и пенальти отбил Джоня здорово, но все равно на добивание чуть плохо сработали. Ну, тренерский штаб нам сказал гнуть свою линию, пожалуй, так здорово играть, что мы сделали во втором тайме и добились положительного результата. Два твоих гола – это два навеса, удар головой. Mm. Это наработка? Ну да, мы сейчас большое время на тренировках уделяем этому, и вот плоды этой плодотворной работы нашей. Получается, что так, да.